Долго ли, коротко ли готовились к зиме? Тепло ли, холодно ли будет Воронежу? Сегодня мы выступаем в качестве ревизоров и узнаем у горожан, насколько их дома хорошо подготовили к сезону холодов. Нормально, уже зима, уже тепло, уже я с балконом сплю, с открытым. Какая улица, если не секрет? В Северном. А управляет кто? Их там платежек дофига, я не помню. Не скажу, чтобы не обмануть. В целом, как своих коммунальщиков оценить? Да нормально. И такие. Коммуналка вроде так. Ничего. Ну, пока, конечно, хотелось бы, но по сравнению нормально. Пока хорошо. Скажите, насколько ваш дом готов к зиме? На 150%. И отопление есть, и все. У меня частный дом. Частный дом. Насколько ваш дом готов к зиме? Есть ли уже отопление? Да, есть. А подвалы все хорошо, не текут, ничего? Нет, не текут, уже вытащили все оттуда. Получается, на 100% готово. А на какой улице живете? ДК Кирова. Ну, кто? Ленинский проспект. Кто обслуживает, если не секрет? Не знаю. Да. Хорошо готов. Отопление да. Есть там? Все? Есть, подвалы, да, подвалы все хорошо? Вроде бы да, насколько я знаю. Какая улица, если не секрет? Улица Свободы. А как оцените ваших коммунальщиков вообще в целом? Ну, на четверку по пятибалльной, в принципе, можно оценить, да. А кто обслуживает? Я даже не знаю точно. Ну, кто-то, кто хорошо умеет это делать. Ну, видимо, да, да. Спасибо. Насколько ваш дом готов к зимнему сезону, по вашему мнению? Да он и сейчас еще не готов. Отопления нету? Нету. А как там с остальными коммуникациями дела обстоят? Ну, запускают где-то, в каком подъезде есть частично. Улица Матросова, дом 127. А обслуживает не знаете кто? Не знаю. Уже тепло. Дали. А с остальными коммуникациями все подготовлено? Вот лет лично все хорошо. А какая улица у вас? Куколкина 11. Обслуживает, если не секрет, кто? Я не знаю, там компания сама внутри дома.